Скажите, Владимир, а вы вот бизнесом занимаетесь традиционным и успешно? Я вот хотел бы узнать, почему вы пришли в этот бизнес, будучи успешным в своем бизнесе и зарабатываете серьезные деньги? Ну, на первый взгляд даже трудно ответить, почему, но, скорее всего, человек – это такое существо, которое ищет всегда что-то интересное. И порой ты начинаешь задумываться, что необходимо что-то новое, какие-то перемены. Но и в то же время в этом бизнесе есть система, за которую можно зацепиться и попробовать как-то действовать по-новому, изменить в жизни что-то. То есть любые перемены, они приносят какие-то новые успехи, новые какие-то достижения, но и в то же время какое-то спокойствие в жизни. Самое удивительное, что здесь есть, это ты можешь работать где угодно и как угодно. Есть точка интернета. Это тоже у меня привлекло. Независимо от того, есть у тебя там люди, машины, там недвижимость и все остальное. Тебе нужен только ноутбук и точка интернета. Ты становишься намного свободнее в этом бизнесе. Я так понимаю, вы в своем бизнесе уже достигли? Ну, в принципе, да. То есть я занимаюсь практически 15, даже 20 лет. И там ничего нового нет, там все идет как бы однообразно. Обыденность, да? Да. То есть развитие, то есть оно тяжело идет, в принципе, после определенных вещей. Вот. А здесь что-то новое. Поэтому хочется освоить какие-то новые горизонты, попробовать себя в какой-то новой роли. Ну и, соответственно, какие-то трудности, они помогают справляться, видимо, с чем-то, то есть бороться и достигать чего-то нового. Ну, если мы проходим трудности, мы развиваемся и укрепляемся. Да, конечно. Ну вот, как бы я тоже, будучи раньше работая на стройке каменчик, зарабатывал там 1000-1500 долларов в месяц. И первая причина — это то, что я заболел. У меня там спина и колено, и поэтому я задался вопросом, а если я сейчас восстановлюсь, пойду опять работать и опять же точно так же заболею, что будет дальше, и не вылечусь. Слава Богу, что я вылечился сейчас. Вот, и тут вот эта тема, и я начал, класс, компания и люди, то есть тут как-то что-то новое, вот, как вы сказали, новое развитие, и вот это вот. То, что есть люди, которые простые. И третий раз? Да, и бизнес очень простой. Герой, наконец-то. Первое желание. Заморачиваться или думать в чем-то, то есть, и будет все отлично. Я думаю, что когда бизнес простой, действия, которые необходимо делать в этом бизнесе, просты, соответственно, они могут привлекать очень большое количество людей, которые очень просто могут сделать то же самое. Но, соответственно, если в бизнесе будет много людей, мы с вами заработаем и разбогатеем. Всем спасибо.